Какая еще есть проблема с BMW-шными ободами? Сам обод, он алюминиевый. А спица, она стальная. Хоть она там сделана и из нержавейки, вот, но происходит, короче, химическая реакция. В результате химической реакции спица не достается. Вот мне сейчас надо достать все спицы. А сделать я это не могу, потому что здесь... То есть она вот намертво сидит. Сейчас покажу, как эта проблема решается. Ну вот, как решить эту проблему. Мы берем шуруповерт, зажимаем в нее головку спицы. Вот, потом ставим его на реверс. И потихоньку выкручиваем спицы. Оп, ну и все. Она выкручивается.